С вами школа Буфсуновского. В этом курсе мы продолжаем рассмотрение библиотеки Matplotlib. В дальнейшем мы ее будем использовать в Django. Курс вы сами посмотрите. Значит, в чем состоит наша задача? Рассмотреть три способа, чтобы мы могли изменять длину по оси Y и по оси X. И мы с вами успешно это все рассмотрели. Значит, что хотела сказать? Ну, в принципе, что хотела сказать, я сказал.